Спасибо всем, кто интересуется, где пропал. К счастью или к сожалению, все свободное время тратилось на то, чтобы изучать свои финансовые курсы, которые необходимы мне для продвижения по работе в банке. Там вот такая вот книжечка на 450 листов, к ней идет еще одна книжечка на 250 листов. Все это умножается на 2, потому что я это все еще перевожу. Читаю на нашем, потом читаю на английском. И потом еще есть YouTube-видео, которые там идут в курсе для разъяснения с примерами, тестами и так далее. Поэтому там огромный курс, который рассчитан на 90 дней непрерывного изучения. У нас 90 дней нету, поэтому нужно его закончить как можно скорее. Вот, поэтому все время тратилось на это. Но в целом все хорошо, работаем, учимся. И вот немножечко видео сейчас будем монтировать и показывать вам, как мы ходили играть в пинбол с бизнес-клубом. Как мы ходили с бизнес-клубом на миграционную консультацию для тех, кто приехал по программе QAED. Ну, об этом все посмотрите, ребят. Наслаждаемся видео. Поехали. И мечту свою искал, все, что можно, потерял, вынимал и раздавал, все проще простого, становился все сильней, прежних потерял друзей, не вернуть тех добрых дней, не сделать такого. 1 октября. Сегодня выбрались на пинбол. Макс со своим бизнес-клубом организовывает мероприятие, но мы со своим таксистским клубом чисто так, за компанию. Началось каждый сам за себя. Выбираем вот этот вот пэкэдж за $55 для 500 пинболов. Но оказывается довольно популярная. Тут много разных локаций. Группы из детей приезжают. Тут наша группа тусит. Я не знаю, у нас группа 30 человек. Надеюсь, мы там толкаться не будем. На саму зону уже внутри посмотрим. Как увидеть нашего человека среди толпы? По Айкосу, да? Трипл Apple. Там чувствую клубничку. Все на Айкосе, короче, по-богатому. Разных размерчиков. На всех, в принципе, хватает, кроме Егора. Но ничего страшного. Сейчас два костюма ему оденем. Один на левую ногу, второй на правую. И все будет хорошо. Егорыч, это с палатки сняли тент. Я понял. А ну. Слышь, ну, я ля, какой. Честно? И в автосервис сразу. Я думал, что как-то будет по-другому, понял? Что, типа, он ничего не защитит, на самом деле. Не-не. Это полное. Это чтоб тебя лучше видно было, понимаешь? Комплектовка продолжается, идем за шлемами. Взял себе масочку по размеру. Такое чувство, что идем варить мед. Все по размерчику четко. Волосы защищены, голова защищена. Идеально. Там максимально аутентичная движуха. Через рубль, венку. Есть время, место где покушать. Группа почти 29 человек, поэтому долго ждать приходится на каждом этапе. Сначала все должны подписать отказ от претензий, вейв. Потом нужно всем оплатить. Сейчас солнышко спрячется. Потом все должны взять костюмы, потом все должны взять маски. Потом все должны взять ружья, потом все должны пройти инструктаж. И только после этого допустят. Поэтому из-за большой группы быстро не получается. Сейчас пройдем инструктаж, и можно будет уже приступать. Пока что уже 40 минут прошло задание подготовки. Все, получили оружие. Забрал свой пакетик шариков 500 штук. Прошел инструктаж. Сейчас будем идти выбирать поле. Оружие, кстати, прикольное, все в средствах защиты, довольно удобно. Так, так, я больше. Давай.
это сейчас как раз релакс. Короче, называется полигон Вторая мировая. Посмотрим из полигона. Тупо окопы. Опа, вижу зайчика. По нашим главное не стрельните только. Опа. Так, мы будем чистить немножечко. Что можно сказать? На первом же повороте отлетел как молодой. Пока готовился, стратегии строил. Сейчас туда, сейчас сюда. Два попадания. Два раза в голову. Вся история. Вся история. Первый раунд прошел, краски наелся. Меняем локацию теперь. То была Вторая мировая, а сейчас будут вот такие вот бетонные преграды. Намного удобнее, как мне кажется, потому что более открытая местность. По крайней мере, видно, куда стреляешь. Новая локация. На бетонке было занято, перешли сюда. Заходим первые, закрепляемся. Такие места. В принципе, открытая местность, должно быть интересно. Сели в засаде, короче, за нас там работают, а мы тут прохлаждаемся в группу. Короче, тут видно, кто звонит. С нашей позиции ничего не видно. Фух, в этот раз победили. Даже, кажется, кого-то подстрелил. Так что пока что 1-1. Все не так легко и не всегда весело. Особенно, когда примиряешься, скажем так. Сейчас передохнуть. И следующий раунд. Что мне нравится, что тут вот компании людей, не знаю конкретно за эту, но там много их, приезжают большим коллективом семьи. Кому интересен пинбол, те идут на пинбол. Кому интересно, те остаются с детьми, там проводят время, меняются. То есть максимально проводят время приятно. Сильно снимать их не буду, но там как бы вот такая история. Сидим, короче, в автобусе с Иосифом. Зашкерились тут деликатно. Пока еще никто не стреляет, но сейчас будет бойня. До последнего патрона играем. Кроет жестко. Ой-ой-ой. Положу вас на секундочку, постреляю. Давайте вот так. Насыпаю им, короче, под козырек и выманиваю на себя все патроны. Такое чувство, что я работник птицефабрики, неудавшийся, но на самом деле закончили играть. Было реально круто. Сейчас его отстрелят. Если хотите на такие мероприятия попадать, вот Макс, и будет его ссылочка на его группу, про которую я рассказывал раньше, в описании. Следующее мероприятие будет картинг. Точнее, покер на картинге. Поэтому добавляйтесь, будет весело. Настоящий кайф, когда уже вылез из этой всей чепухи. Помыл руки. О, блин, на лицо-то не помыл. Ну ладно, это мы уже потом разберемся с этим всем мероприятием. Краска отмывается легко, поэтому не так страшно. Ребята там играют до последнего патрона. Ну, мы уже закончили. У нас уже все патроны закончились, воздух закончился и терпение. Будем сейчас собираться домой. Само место называлось Break Creek Paintball. Такая вот карта, много арен разных. Ну, если приедете, сразу валите вот сюда. Самая крутая арена. Так, ну что, отыграли.
было, с одной стороны, классно, с другой стороны, в какие-то моменты начинаешь понимать, что от тебя реально мало что зависит. Голову высунул, получил, пошел перезаряжаться. Но есть проблема, что в такие моменты всегда начинаешь примерять на себя реальную такую ситуацию и понимаешь, что единственное правильное решение отсюда, из Канады, это отправлять деньги в фонд «Повернись живым». Потому что любой человек, который сюда приехал, понимает, что 10-20 долларов – это не те деньги, которые вообще хоть как-то могут повлиять на ваше благосостояние или состояние вашей семьи здесь. А отправить эти деньги туда легко. Я отправляю лично криптой. Но можно отправить из счета, там немножко запарно, это будет стоить денег, но крипта всему голова. Отправили и не забыли, но, по крайней мере, сделали нормальное, правильное дело. Что касается самого мероприятия, сам вход минимально стоит $40. За $40 вам дадут 300 патронов, 300 пейнтболов. Я купил пакет за $55 плюс GST, то есть 57-50. Туда входило 500 патронов, форма, шлем, оружие. Оружие перезаряжают бесплатно, в том плане, что воздухом. А шарики можно докупать. Все максимально цивильно, максимально спокойно. Много разных площадок, на которые вы можете ходить. Поиграли на одной, перешли на другую и так далее. Все в порядке живой очереди, все деликатные, все вежливы. Отдельные зоны, где можно делать мангал. За тряску извиняюсь. Где можно делать мангал, люди туда приезжают с семьями, отдыхают, проводят время. Те, кому интересно, идут, стреляются. Те, кому не интересно, занимаются делами возле мангала, с детьми там. Идеально вообще. Подобный тип отдыха я максимально приветствую. Не то, что в пейнтбол, а именно вот компаниями, семьями выбираться, наслаждаться жизнью. Максимально от нее брать вот все, что возможно. Потому что нет смысла откладывать буквально. Ссылочка на группу Макса, где вся эта информация о таких мероприятиях выкладывается и где это все организовывается, я оставлю в описании. Ссылочка на вышивку, на принты, на термокружки. Немножко разыграли там термокружек. Тоже оставлю в описании, можно заказывать. Тоже ссылочка будет в описании. Мой телеграм в описании. Ссылка на группу таксистов. Таксисты тоже сегодня принимали боевое участие. Тоже в описании. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Задавайте свои ответы. Ну что еще можно сказать? Такая история. Всем хорошего дня. Фонд «Повернись живым» всегда в описании под каждым видео. Переходите там все инструкции, как правильно платить, даже из Канады. Хорошего дня. Всем пока. Nobody believe in you. You lost again and again and again. The light I cut off. But you're still looking at your dream, review it every day and saying yourself, it's not over until I win!